Сто один человек зарегистрировался в Гомельской области в якости наглядальника на выборах депутатов Палаты представников Национального схода Республики Беларусь 6-го скликания. Это члены политических партий, громадских организаций, а так само представники працовных коллективов. Тем часом на Гомельщине протягивается сбор подписов в поддержку потенциальных кандидатов в депутаты. Как отзначили областной выборчей комиссии, сёлета инициативные группы больше активно користаются махшимостью сбору подписов на пикетах, чем это было на минулых выборах. Покинуть свою подпись у подтримку кандидата у депутата может громадянин, якому исполнилось 18 годов. У подписный лист уносится его прозвище, имя, имя по батьку, день, месяц и год народжения, докладный адрес, серия и номер паспорта. А кроме подписи, повинна быть указана дата его унесения. Один и тот же человек имеет право покинуть свою подпись за разных кандидатов, але только один раз за каждого.